Доброе утро. Мы с Лео зашли в кафе, которое называется Green Bean. Ну, очень-очень интересно выглядит, и мне очень нравится вот эта терраса с листьями, на которой мы сидим. Мы немножко прогулялись и пришли сюда делать остановку на десерт. Напиток и десерт. Остановка. Потом пойдем в музей, потом пообедаем и пойдем... Куда мы пойдем? Пойдем в музей Бараджанова. Вот, погода здесь прекрасная. Утром было немножко пасмурно, но сейчас прям очень даже жарко. И нам все очень нравится. Красиво здесь. Свежая такая улочка. Лео не очень доволен бейглом, я так смотрю. Average. Привет! А мы с Лео сходили в музей Параджанова. Он работает с 10:30 до 5 часов каждый день. Каждый день. Вход 1000 драм, это где-то 124 рубля по нынешнему курсу. Очень-очень интенс такой получился поход в наш музей, что мы так перенасыщены, мы не знаем, как мы еще сейчас осилим музей искусств, но я думаю, мы пройдемся, поедим и будем как раз к нему готовы. Расположен музей очень такой уютной улочке, балкон красивый. Вот, с очень-очень красивым двором, который я вам показала ранее. Вот. Я очень счастлива, что мы сходили. Купили открыток друзьям. Да, если хотите получить открытку от нас, от меня в частности, с наших путешествий многочисленных, то у меня есть Patreon, на котором можно вступить в клуб людей, которые получают открытки каждый месяц. Вот, я добавлю ссылочку в описании. Вот, можно за $3 в месяц получать открытки от меня с моими записочками, рисуночками. Вот. И из разных стран, из разных городов, где мы с Лео бываем. Так что я накупила много открыток в Ереване, в Грузии, есть еще несколько Стамбула. Мы еще туда вернемся, в принципе, так что вот. Если хотите получать открытки, ссылка в описании видео. Можете подписаться, это очень поможет этот Patreonship, donation, очень поможет блогу, каналу и всем моим делам развиваться и нам больше путешествовать. Вот, спасибо за внимание. Someone was going to say just before he said it? Or have you ever stepped in a strange room and had the sensation you've been there before? If you have, you've taken a small step beyond. Now watch the giant step. Мы с Лео сходили в Национальный музей Армении. Там очень много интересных художников армянских, там есть русские художники, там есть зал с русскими художниками. Очень рекомендую туда сходить. А сейчас мы пришли посмотреть вот на этот прекрасный собор, на эту церковь.
хочу вам поснимать, какая она красивая, и мы будем двигаться дальше, еще немножко погуляем и поедем, наверное, в наш отель Лакутия Ива Weeping Willow. Вот. Из-за того, что мы решили остаться в Армении еще на один день, точнее, в Ереване, еще на один день, нас переселили в новый номер, потому что в этом отеле тот номер уже был забронирован, и поэтому, в общем, нас переселили в номер побольше. Так что теперь это наш новый номер на одну ночь. У нас кроватка, вид из окна, примерно тот же самый, что был. Так, значит, тут у нас огромная ванная просто. Просто огромная ванная у нас тут, значит. С окном. Душ. Очень мне нравится. Она такая простенькая, чистенькая, просторненькая. Начинается тот факт, что мы... как будто бы немножко переехали, потому что поменяли номер. Вот, это мне это очень нравится. Я люблю перемены. Перемены. И вообще, мне еще нравится, что они так любезно перенесли все наши вещи. Очень-очень мило. Доброе утро. Сейчас 7 с чем-то утра. Каким-то волшебным образом Лео удалось... забронировать нам два места на Блаблакаре. Здесь я вам хочу сказать, это очень сложно, потому что они все какие-то странные, у них у всех какие-то отзывы не очень хорошие, и они называют одну цену на сайте Блаблакар, а потом говорят, что на самом деле цена другая, там в два раза дороже. И это очень странно, потому что почему нельзя сразу написать правильную цену, потому что ты людей обнадеживаешь, а потом такой, а нет. И ты просто тратишь время людей, по сути. Это так грустно и глупо. Не знаю, меня это очень расстраивает. Но не об этом. У нас все получилось. И в 9 за нами заедет водитель. Вот. Потом, наверное, за другими пассажирами. И мы поедем уже в Тбилиси. У нас там будет сегодняшний вечер. Весь завтрашний день. А в субботу утром мы поедем в Петербург. Я сказала это вслух, да. Мы поедем в Петербург. Вот. Такие дела. Так что пойдем. Пойдем купать продукты с собой в машину. Вкусношное растение. Я тоже такое хочу. $23 a week. We drive to the house in Preston.